старый добрый Горыныч. В очередной раз убеждает, что на поворотах 29-м колесам нужно определенно привыкать. Очень непривычно. Ну, а мы тем временем выходим на контрик. Еще один контрик. Еще один контрик. Еще один контрик. Опа! Чуть слетели. Прыжок вниз. И очень много тормозных кочек. Прям вообще дико прыгаем на контр. Ух. Еще. Приезжаем. Еще один контур. Выходим на контур. Еще один. Здесь можно просерфить. Далее у нас качаем, качаем. Выходим на большой контур. Установили скорость. Еще один большой контур. И еще один контрик. И предпоследний контрик. Все. Далее мы берем небольшой разгончик. С-образный едем, выходим на контур. Далее у нас канавка вниз, ныряем, небольшой дроп на контур. Ну и собственно все. Здесь шая прямая, еще раз вниз и все. Веточка.